Ребята, мы вышли на посадки. Посадили уже питомки. Капает. Капает. Посадили питомки, сейчас покажу. Здесь вот две. Вон там, в бочке. В бочках посадила по три штучки. Вот там. Вот. Плохо видно, конечно, сейчас это все теряется. Здесь вот на клумбе, на этой колесной. Здесь вот три посадила. Вот здесь тоже по два посадила, по две. Там и там. Вот и тут клумбочки. Тоже вот по три штучки. Ну, пускай разрастаются теперь. Сейчас я их постригу. Вот. Надо обрезать вот эти все цветочки, как бы постричь их. Пускай они сейчас будут без цветов, но зато потом будут куститься, раскустятся и будут цвести пышно-пышно. Вот так. Так что сейчас все это, всю красоту обрежу. Еще у меня здесь... Вот это вот сегодня брала питунки, вот 20 штук я взяла по 25 рублей. Вот, десятками 25, а так поштучно 30 питунки. Обычные, не ампельные вот эти, ничего, а самые обычные. Вот, и еще взяла вот сельдерейчик, посажу обязательно. Здесь у меня сельдерейчик и кабачок, вот такой вот кабачок. Кабачок 50 рублей, сельдерей по 30. Вот так. Так, ладно. Питунки посадили, полили с Сашей. Комары там кусают. Пух на ней, вся в пуху, Лиза. Ой. А ей нравится, как он ее теребит. Да, а ей нравится, она балдеет. Вот так вот. Чик. 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 Эти тоже. Чик. Чик. И вот эту. Вот. Тут тоже. Жалко, жалко. Но они будут намного красивее потом. Потом, когда разрастутся. Так что пускай растут. А они сейчас быстренько пойдут. И сейчас все-все постригу. Ага. Тут вот еще не расцвела, но мы все равно ее обрежем. Вот. Так, а тут надо хорошо постричь. Так. Вот так.
получились такие аккуратненькие кустики. Вот. Вот еще красивые такие розовые, мой любимый цвет. Так. Вот так. Вот так. Вот. Жалко. Ну ничего. Вот. Вот так. Вот такие кустики. Пока не цветущие. А, ты достал ведро. Вот какая красота. Да? А когда разрастутся кусты, все будет прям в цветах здесь. Ой, красота. Чик-рыжим. Так, вот так пониже, вот так, чик, чик, вот здесь вот еще, чик и чик. Гляньте, какая красота, а? Велюровые такие. Майский жук к нам залез. Как он? Дельно на крыльцо залетел. Надо выпустить. В дом залез. Гони. Да, у нас там вон щели какие, вон светится все насквозь. Дверь была открыта. Он залетел и не туда. Надо. Пускай бежит. Сейчас мы его посадим. Вот тут вот. Иди он. На цветочки. На цветочки иди. Переверни. Вот так. Живи там пока. Ага. Полез. Пролезет, что запутается. Комары летают. Пошли. Все, мы пошли, ребята. Пошли. Я не показала, что мы посадили. Завтра утром покажу. Текаем домой. С Юриком поговорили. Юрик звонил. Может, к концу недели приедет. Вот. Ура, ура. Там вот солнышко. Наелся, обожал. Ребята, ну девушек, что я могу сделать? Ну скажи свое мнение. Классный, да? Да? Да. Ну, я думал, даже вот капуст. Ребята, вот это салат из фунчозы. Классный. Илонка сделала. Классный вид. Вы знаете, нам очень понравилось. Попробуйте обязательно. Обязательно. Я вот уже себе, я одну съела порцию и еще себе наложила, потому что... И я, ну, себе наложила. Ну, и Лешик же пришел, о, еще говорит. Очень вкусно. А вроде я... бы и ничего. Все просто. Ну так вот вкусно прям. Обалдеть, как вкусно. Так вот, оригинальненько. Прям. И ты хочешь? Давай я. Банан. Да. Так что рецепт у Илонки на канале. Очень рекомендую. Будем делать. Да, Дотя? Да. Да. Будем делать. Вкусно, обалденно, да. И вот так вот, знаете, легенько. Вот я съела, как-то я не ощущаю, что я там. Если бы я съела столько гречки... Целую сковороду нажарила, думаю, кто бы будет есть. Ага. А ну вон как пошло, почти ничего не осталось. Очень вкусно. О, рекомендую. И полезно. Ссылочка на Илонкин канал под видео, как всегда. Заходите, смотрите, подписывайтесь, поддержите девочку. Скажи, поддержите маму. Маму.
Да. Всем привет, дорогие друзья! Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер. Все сразу. Что как? Это у нас машинка там так работает, отжимает. Все дребезжит. Вся пристройка ходором ходит. Мы собрались в город, едем в город. Надо нам по делам. По делам надо. Вот. Ну, что с утра. Еще? Небо заволокло немножко. Да, небо такое, сквозь пелену солнышко светит. О. Не хотелось бы, чтобы был дождь. Конечно. Не знаю. Я не смотрела прогноз. Не смотрела, Леша? Не? И да я там не ничего смотрела. Не написано. Где? На небе? На прогноз. А то ты так смотришь, как будто прочитать хочешь там. Птичка, смотри, летает низко, носит долго. Может, натянет, вон, видишь? Затянулась. Может, и натянет. А может, и нет, может, так и будет. Ну, хорошо, хоть ветра нет. Ветра нет, вообще замечательно. И тепленько. Не жарко, тепленько. Вот. Комары достают. Не, как-то их меньше стало. Вчера я заметила даже, уже меньше стало. Может, уже сырость не такая, немножко просохла. Возможно. Косы нашей так и нет. Не знаю, если они будут ее делать полтора месяца, как в прошлый раз, то ну, это в какие ворота лезет. За полтора месяца у нас тут волки в траве будут выть. Да? Нет. Нет? Нет. Ладненько. Мы ждем сейчас, пока машинка остановится, пропиликает. Вот. И тогда со спокойной душой поедем. О. Угомонилась. Ну давай, пиликай уже. Мы же ждем. Я успею добежать до канадской границы. Пока она запиликает. А вдруг не запиликает? А лягушки кричат. Пора, пора. Ой, вовсю. Не знаю, может, придется идти выключать. Что-то машинка, надо проверить там этот слив, потому что не захотела отжимать. Выдала ошибку. Все, порядок. Постирала и отжала. Ну, теперь она сама отключится. И все. И все, а мы едем. Едем в город. А, я говорила, да, Юрик должен приехать к концу недели. Будет у нас весело. Лешику хоть из дома текай. Он привык к тишине. Ну ничего, это же ненадолго. Ничего, переживем, да, Лешик? Ой, как бы не тут пролезть сейчас. Все, погнали. Ну беги, беги. За детками хочешь? Догоняй, догоняй. Скучает, да, ребята, мак какой. Как будто искусственный, такой красивый. Я тоже хочу такой. Ну что-то я нигде не видела. Ну надо поспрашивать. Может, на рынке у кого-то есть. Даже не знаю, как он называется. Может, кто знает, напишите, чтобы может заказать где-то. Вот он, красавчик. Ну, куда ты пошел? Иди сюда к нам. Иди познакомимся. Иди сюда.
ушел. Перешел через дорогу и пошел дальше.